Итак, прилетел в Ростов. Сегодня 24-е утро. Вот, проснулся, оказывается, я провел ночь вот в обществе такой вот замечательной дамы. И сейчас сходил на завтрак. Ну, просто как бы для собственного отчета. Вот такая вот у меня рабочая обстановка. На улице градус, наверное, 25-26. Так, сейчас просто пройду по гостинице. Ну так, все нормально, все очень даже приемлемо. Нет, ну как, ну достаточно. И вот так вот сходил туда, в кафе, позавтракал. Завтрак, конечно, довольно-таки оригинальный. А это вот внутренний двор, да. Здесь, конечно, все предельно индустриализовано. Вот такие вот картины. Да, это внутренний дворик. Кафе находится в самом центре Ростова. И вот просто можно посмотреть, как это все выглядит. Почему-то во время шахматных переездов вот это все не показывает. А мне представляется это очень даже интересным. А вот эта вот вышка мне почему-то напоминает наш памятник Петру Первому. И, кстати говоря, двор, если помните, во время мемориала Ботвинника мероприятия проходили в числовом октябре, Digital October, на месте Красный Октябрь шоколадной фабрики. Но вот там тоже немножечко такой же вот двор, да, современный, с кондиционерами. Это гостиница с той стороны. Вот. И тут, кстати, тоже есть некоторая аналогия. Вот, пожалуйста, вам, если хотите, можете назвать это колокольней Ивана Великого. Вот так вот, с одной стороны колокольня Ивана Великого, с другой стороны дворик, и с третьей стороны памятник Петру. Ну, похоже, согласитесь. Во всяком случае, ассоциации может вызывать. Вот какие-то такие вот. Да, ну все чисто, все, да, немножко такое вот футуристическое, урбанистическое, индустриальное, но тем не менее действующее, функционирующее. Но что касается завтрака, я немножечко не привык к таким завтраком. Но, тем не менее, кофе действительно был хороший, горячий.